Сборник стихов, песни собственного сочинения, бесконечные грамоты и благодарности. В честь 145-летия на Гродно водоканале хотели отметить, казалось, каждого сотрудника. Ведь именно на них строится успех предприятия. Например, Олег Сакович пришел работать сюда более 20 лет назад в должности простого электрогазосварщика. Сегодня он главный инженер предприятия. И для него это уже не просто профессия, а любимое дело, в котором хочется развиваться. Ну, прежде всего, это работа, как, ну, когда-то у нас сказал бывший директор, свободный художник. Здесь всегда в движении, здесь работа в городе, не сидишь на месте, постоянные, ну, даже какие-то стрессовые ситуации, можно сказать, да, потому что необходимо работать нам и днем, и ночью. Если происходят какие-то аварийные ситуации, всегда на страже я и ночью, и днем. 24 часа в сутки я должен быть наготове, скажем так, принять какое-то правильное решение, что тоже довольно-таки сложно. Впервые вода была подана в Гродненский водопровод в 1876 году. Именно с этого момента и началась история Гродно водоканала. Сегодня же это высокотехнологичное предприятие, где внедряются инновационные технологии и самая современная техника. Большую роль в развитии организации и укреплении ее материально-технической базы играет активное международное сотрудничество. Серьезные трансграничные проекты и постоянный обмен опытом не только приносят материальную выгоду, но и развивают сотрудников. Об очевидном росте организации говорят факты. Гродноводоканал первым в республике отказался от использования речной воды и уже с 2005 года использует только подземные источники водоснабжения. Первые в республике мы начали применять гипохлорид натрия вместо опасного вещества для окружающей среды, активного хлора жидкого, и получаем гипохлорид непосредственно на объектах из раствора поваренной соли «Беларусь-калия». Также мы модернизировали все фильтры станции обезжелезивания, внедрили современные инновационные дренажные системы, фильтрующую загрузку из природного материала кварцевого песка, который является очень высококачественным, и процесс обезжелезивания на самом высоком уровне у нас. Гродноводоканал сегодня – это энергоемкое производство, на балансе которого находится порядка 1500 километров подземных коммуникаций, 300 километров кабельных линий и около 100 единиц автотранспортной и специальной техники. Она, к слову, регулярно обновляется. Наглядно посмотреть возможности водоканала и подробно изучить его историю вместе с технологической базой можно всего за несколько минут. В здании организации работает информационно-образовательный центр, где показан весь путь развития этого предприятия. Посмотреть на такую выставку регулярно приходится как школьники, так и студенты. Но прежде всего, Гродноводоканал – это люди, сплоченный коллектив профессионалов, готовых выполнить свою работу в любое время суток. Когда аварии были, ночами работал, и днями, и выходными всеми. Когда надо было, всегда никогда не отказывал, всегда работал хорошо. Фактически вся работа мне нравится. Обслуживать население, помогать городу, помогать предприятию. Торжественная часть празднования 145-летия для каждого из работников водоканала запомнится надолго. Впервые в стенах этого здания прозвучал гимн предприятия, слова для которого сотрудники сочинили сами. Слава чистой воде! Лучший вариант стихотворения был выбран в ходе конкурса, а принять участие в таком соревновании мог каждый сотрудник. Но на этом сюрпризы не закончились. На предприятии издали первый сборник поэзии, где напечатаны произведения работников Гродноводоканала. Безусловно, именно такая связь между руководством и трудовым коллективом обеспечивает успех всего предприятия. Анна Соловей, Андрей Шаповалов. Новости. Гродно+.